Привет! Продолжаю рассказывать про свою кухню, а именно про то, на что следует обратить внимание при заказе кухонного гарнитура и ремонте на кухне. В прошлых частях я уже рассказывала про наши многочисленные ошибки, например, про черную глянцевую столешницу и неудачное расположение котла посередине. Продолжаем. Первый наш косяк в сегодняшнем списке – это огромная дыра в потолке. Она реально очень большая, страшная, сильно бросается в глаза, и ее не получается ничем закрыть. Почему так вышло? При ремонте мы решили сделать навесной потолок из ГКЛ, ну, чтобы было красиво. И поэтому нам нужно было монтировать в него трубу для вытяжки заранее. В строительном магазине нам посоветовали стандартный вариант гофротрубы и сказали, что она нам точно подойдет. Но на деле, когда мы стали устанавливать вытяжку, выяснилось, что диаметр этой трубы был слишком маленький. Потолок был уже сделан. Поэтому достать старую трубу и поставить новую было невозможно, и нам пришлось вырезать в нем дыру. Если у вас есть идеи, что с этим можно сделать, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Второе. Мы заранее не продумали место под микроволновку. Сначала она стояла на кухонной столешнице и занимала много полезной площади, которой у нас и так мало. Потом мы решили переставить ее на открытую полку. Места для готовки сразу получилось больше, но пользоваться микроволновкой стало ужасно неудобно. Она находилась очень высоко, особенно для меня, и было трудно доставать горячую еду, особенно супы. Правда, сейчас мы нашли решение. Купили вот такие кронштейны в Леруа и поставили микроволновку на них. Теперь она находится не так высоко и не занимает столешницу. Но мне все равно так не очень нравится, потому что под ней стоит кофеварка и тостер. И когда мы собираемся приготовить тосты или сварить кофе, постоянно приходится их выдвигать, потому что микроволновка мешает пользоваться приборами. При следующем ремонте мы обязательно спланируем себе место для встроенной микроволновки. Третье, что меня ужасно раздражает на нашей кухне, это пространство между кухонными шкафами и потолком. Вообще, при заказе кухни мы просили мебельщиков сделать нам шкафы прямо под потолок. У нас даже в дизайне было так нарисовано. Но они сказали, что так никто не делает. Якобы шкафы невозможно будет повесить на стену. Поэтому предложили сделать плинтус сверху, чтобы конструкция выглядела цельной. Напомню, что это был наш первый ремонт и первая покупка кухонного гарнитура. Поэтому мы им поверили и спорить не стали. В итоге кухню они установили, а когда мы спросили про плинтус, оказалось, что его нет в наличии. А потом и вовсе выяснилось, что плинтус невозможно поставить, потому что они просто не знают, на что его крепить. В итоге все осталось как есть. Нам приходится наблюдать и дыру в потолке, и трубы коммуникаций, потому что у нас квартира-студия, и это видно со всех сторон. Четвертое. Мы сделали распашные дверки вместо выдвижных ящиков, и это оказалось очень неудобно. Когда мы заказывали кухню, у нас не было лишних денег, и казалось, что нет смысла переплачивать за выдвижные ящики. Мы считали, что в них будет умещаться одинаковый объем посуды, ну и зачем тогда платить больше? Получается, что посуда просто лежит друг на друге и образует большую кучу, в которой тяжело что-либо найти. Более того, неудобно тянуться вглубь шкафа, чтобы достать оттуда какой-то нужный предмет. Сейчас мы бы точно заплатили побольше денег, чтобы заказать на всю кухню выдвижные ящики с хорошей качественной начинкой. Вот еще 4 ошибки, которые я не советую вам повторять. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.